Мультиметр купил я. В прошлом году еще купил. Но вот уже не прошло, по-моему, и полгода. Уже требует он у меня четвертую батарейку. Четвертую батарейку типа кроны. Не знаю, ну может быть из-за холода она садится. Может быть из-за того, что вот я, например, включаю на прозвонку. И автоматически он не отключается. До этого у меня мультиметр был. Вот он так постоит, я не знаю, там 3-4 минуты. И автоматически отключается. Ну, еще раз нажмешь там на кнопку, раз, включил его, или повернешь вот этот рычажок. Этот же нет. Он вроде бы сам по себе дороже, но тем не менее не отключается. То есть батарейка садится. А когда батарейка села, вот видите, тут показано такой вот значок, неправильно замеряет напряжение, неправильно меряет сопротивление. Вот, поэтому есть необходимость менять батарейку. А меняю я, что-то мне показалось, очень часто. Поэтому, купив вот в очередной раз батарейку типа кроны, не знаю, что за название, 60 рублей на данный момент стоит. Это на 1 марта 2017 года. 9 вольт. Вот она у меня 9-вольтовая. Сейчас попробую я замерить напряжение севшей батарейка, которая сейчас мультиметр, сколько интересно покажет. Вот видите, показывает, что попало. Минус 14, минус 15, 14, без запятой, без ничего, 1537. Что это такое, непонятно. Короче говоря, надо менять батарейку. Здесь сверху мультиметра такой резиновый кожух. Ну, видимо, противоударный. Я так и не понял, для чего. Он и так прекрасно бы мерил. Сейчас я выключу его. Вот, положение off рычаг. Этот резиновый кожух ставим. Здесь придется открутить два болтика мизерных. Маленькой плюсовой отверткой или крестообразной, кому как нравится. Откроем и там увидим вот такую же батарейку крона. Космос там или не знаю, не помню как она называется. Такой набор инструментов с маленькими отверточками тоненькими. Посмотрим. О, подходящая. Болтики откручены. Теперь надо открыть сам корпус. Вот они, два болтика. И вот в корпусе батарейка «Космос». Сейчас мы ее заменим. Так, а чтобы поменять ее на эту батарейку, я вот здесь на этой батарейке написал. Уже интересно, сколько же она проработает. 1.03.17. Тут взял у жены лак использованный и написал. Сейчас вот поменяю. В принципе, батарейка переставлена. Теперь нужно опять поставить все в корпус. Все в корпусе. Заворачиваем два винта. Так. Теперь одеть нужно кожух. Вот эту резину. Я так понял, он не только противоударный, но он еще и крепит хорошо ее. Как бы облегает. Меньше, ну, естественно, больше как противоударный, ну и как скрепляющий. Все, батарейка поменена. Я, наверное, больше готовился к съемке, чем менял эту батарейку. Включаем на 20 вольт.
Попробуем замерить теперь батарейку, которая здесь находилась. Ну, вот видели, 3,8 вольта. Тут я перепутал местами щупы. Сейчас вот должно нормально показывать. Потому что вот это минус, вот это плюс. Ну вот видно, 3,85. Это батарейка, которая здесь стояла. Должна быть 9 вольт минимум. Ну и все. Я надеюсь, что будет работать. Так, и еще какой момент. Проработав, ну, попользовав как бы мультиметрами, у меня это уже третий мультиметр за последние, ну, грубо говоря, 10 лет. Желательно, чтобы он автоматически отключался. Потому что, видимо, вот это дело очень батарейку садит. А на этом, пока не повернешь положение off, он не выключается. Ну все, всем пока. Меняйте батарейки мультиметры. Мультиметр UT33C.